Вот и фиксируй трыч. Вот, пожалуйста. Насчет Ютаба там, это бред. Даже если будет так, что там будет бан. Ну, в смысле, забанят. Ютуб вообще не страшный, как бы, да. Ну, вот. Нет, это, конечно, плохо, потому что в Ютубе есть очень много хороших видео, да. Ну, то есть, очень много, да, вообще прям. Больше, как в Ютубе, видео нигде нет интересных. Вот. Ну, и также много всякого ганда. Ну, ничего страшного. А? Арь, переставь вентиляторы в коробке, в корпусе, вот эти верхние, обратной стороной, чтобы они на выдув работали. Я думаю, ладно, поставлю, вдруг реально что-то чину умное сказали в чате, понял? Ну, я, как обычно, ошибился. Я поставил, проверил вот это программами, Серега. Это кинебанч вот это. У меня процессор в синий экран ушел, по 600 градусов было. И потом я корпус открыл, и уже болюше стало. Ты, сучка, то, что ведуха стала холоднее, там базара икса на 10 градусов. Она была у меня 85 максимум, сейчас 70 там. Ну, 70 где-то, да. Вот, максимум. И что толку? Так у меня процессор на 15 градусов горячей стал, слышишь? 3450D. Валерочка, здравствуйте. А что у вас такой компьютер слабый? Я вот посмотрел, Валера, ну где вы его собирали? Это какой-то... Че, производитесь на нуле, Валера. Греется все, это дрянь. Посмотрите в интернете, там за приемлемые деньги можно собрать нормальный компьютер. Я не знаю, кто вам собирал вашу, так сказать, помойку. Простите, конечно, я человек гуманитарного склада ума. Но даже я понимаю, что компьютер у вас никуда не годится. Да, конечно, бля. Это я собирал, Никита Ивлевич. Это лично я собирал, смотря. Вот, 145 ФРС Сережки собирали под пылком. Деду. Как у тебя вообще дела, Никита Ивлевич? Давно вас не слышал, ваше присутствие. Как ваше настроение, как ваша бодрость духа? И как ваше самочувствие? Вообще в целом. Как поживаете, расскажите, ребятам очень интересно. Чем вы сейчас занимаетесь и как проводите свои дни и ночи? Оу! Да. Что-то зависло, пацаны. Все, сейчас вылетит, по компьютер перегрес. О боже, все, синий экран. Нет, не экран синий. А, игра пизда зависла. О, пасеки! А знаете, кто мне написал ВКонтакте только что? Знаете кто? Дмитрий Урич. Помните уринотерапию, уринопласму? Помните такого? Уринопласму, димадрола. Прикинь, мне только что написал ВКонтакте Дмитрий. Да, который этот. Ну, Димка, Урич написал. Прикинь, он пишет, я жив, Санта-Фе не подвела. Он жив, прикинь, оказывается. Вот. Вот такая дутики. Это дутики, блин. Только такие зимние уже дутики, да. Вот такая, смотря. Во, хочешь? Вот такая, смотря, абрикос. Это он тоже чуть дернулся, видишь, как бы камера поплыла. Хочешь? Смотря. Вот и пожалуйста. Вот это кто? Это кто? Это абрикос мой, понятно. Мама, привет. Привет. О боже, все, умер как дедушка. Дедушка, привет. Это... Остался два удара. Пожалуйста, привет. Пощади зеблов. Шо? Не мучай их такими. Я не хочу никого мучать, игра мучает всех! Это важна для тебя. Ее осенит только Куплина. Куплинов? Фотку он лицом. Слабый! Спасибо тебе. Кто тебе руку посоветовал, ты пидорас? Смотри. Красиво, реально, блин. Красиво, да. Красиво. А вот у Олика стоит чашка. Да. А, смотри, там даже я. Вон, Енчик, видишь, стоит. Это я сейчас так, сука, сижу и анализирую ситуацию и ваше поведение, жас. Вот тебе, пожалуйста. Вот, смотри, допустим, вот так сейчас так чуть-чуть приоткрыть, и там пипиндрик видно, мой маленький, ой, здоровый, то есть. Привет, Дениски. Богданчика давно не слышал, куда дел внука? А, его нету. Я его пукишем задавил. Задушил его, пернул, получается, сиранул, ну, досрал.
Пацан умер от пердежа, бля. Задушил какашкой. Добрый день. Мы бы хотели пригласить Пену для озвучки Чебурашки 2, а уважаемого пожилого ветерана на роль крокодила Гены. Скажите ваши условия работы. Можно. ВКонтакте напишите, я как раз Гендос. Да. Можно, да, ВКонтакте напишите, я не против Чебурашку озвучить. А еще Машу Медведя можно. Да. Пена Маша, я Медведёк. Это просто изичайше. Вот и реально, они ничего не могут сделать. В очередной раз это доказывает то, что они женщины. А женщина здесь не я. Я мужчина, я воин. Да. Ой, напасть. Ля-ля. Ну что, нежные? Эй, нежные! Нежные! Пара-па-па-па, я цель люблю. Ну чё, как? Нормальдос, девчонки? А вот вам и все. Смерть пришла ниоткуда. Нежданно, сука, негаданно пришла смерть. Пожилая смерть. Давайся, шкилка. От смерти будет. Проиграй. Ты жиденький. Дай подергаю за твои нежные щечки. Я злой. Нет, я не то чтобы злой. Я не то чтобы расстроен. Просто меня дергает всего. Я сижу, меня дергает, сука. Сам факт того, что школьное тело ликует над пожилым телом, меня, сука, это кумарит, это стопроцентный бес, понял? Потому что когда школьное тело ликует, пожилое тело, ну, злится. Пошел на! Передай привет Трич ТВ, слабак. Школьное тело приходит сюда ликовать. То есть, ну, как оно считает. А меня это бесит. Такое чувство, что я как будто клоун здесь. И когда школьник побеждает, он начинает смеяться. А смеются с кого? С клоуном. А я, сука, не клоун, я человек серьезный. Меня это бесит. Это бан. Чмой. За это сосать тебе кара настигнет вечное сосание. Бан. О, прыгай. Что мы ударили, ты прыгай, старик! Ха-ха-ха-ха-ха, дурак! Смерть. Ну, последний! Последний, тварь! Выходим! Выходим! Последний! Быстро! Я тут. Последний, быстро вышел. Я здесь. Быстро! Хо-хо-хо-хо. Последний, я сказал. Быстро! Я сзади тебя вообще стою. Быстро! Быстро, сказал. Быстро! До свидания. Все. Изя! Вот вам и пожалуйста. Вот и, сука, вот это показательный матч. Вот и фиксирует рыч. Вот, пожалуйста. Изичайшая! Достойно попадания в нарезку. Считается. Шки. Валера Доминатор побеждать. Шкил
сосать. Валера Доминатор, всех нагибать. Корабль смеха. Деда, зацени, какую беху купил в сообщениях. Кабриолет. У нее еще крыша часто дымится, механизм затуп ловит ХТТП. На вашем устройстве вы должны вписать любые подходящие объекты для шуток, будь то животные, люди или предметы. Пишите все то, что, по вашему мнению, имеет комедийный потенциал. Сейчас, скорее, если другой игрок... Вы когда-нибудь замечали, что Денис Сухач выглядит как? Когда-нибудь замечали, что Денис Сухач выглядит как лысая женщина? Голосуйте за любимый панчлайн! Володя, прыгай тут невысоко! Вовка, прыгай, не бойся! Я тебя поймаю! Оп. Ой. Вовка, да все путем, че ты? Пиздец поймал. Твою мать, умер как тёлка или женщина? Боже, ты женщина. Вовочка, брат, ну как так-то? Итак, переломный момент, эксперимент. Лёд, шпилу ногами трясет. Да, да, как девочка, да? Вау, привет, я лечу к тебе. Ля-ля. По-моему, я мимо. О, пацаки, тут нормально, прыгайте, не бойтесь. Вов, ты как? Как обычно или нормально? Мы с Вовой, походу, лежим. Подними. Подними, а чего вы такие жидкие, пацаки? Понял, да. Ну и бред, дурак.